Первая просьба, пожалуйста, не пишите мне ВКонтакте, не нужно мне писать с днем рождения, Тофик. Все свои поздравления вы сможете написать в комментариях чуть-чуть ниже, потому что я не хочу, чтобы у меня была личка вся заслужена. Прошлый день рождения у меня было около 2000 сообщений, и я физически не мог ответить всем спасибо. Просто обычное слово спасибо. И я просто все написал на стене, то что всем спасибо за поздравления. И я эти все сообщения просто так тык-тык-тык-тык-тык. И мне многие написали то, что я ЧСВшный уебок, то, что не написал просто спасибо. Из-за этого я скрывал, когда у меня день рождения. Но все же я решил сказать, что у меня сегодня день рождения, и я буду благодарен всем, кто меня поздравит, конечно же. Вообще, какая суть видеоролика? Да никакой. Этот видеоролик не наберет каких-то колоссальных там просмотров. Здесь не будет 30 тысяч 40. Здесь будет просто мало просмотров. Его посмотрят только те люди, которым я интересен. То есть, кому я нужен именно. Не будет здесь ничего такого. Так что, если я тебе не интересен, ты можешь просто выключить этот видеоролик, если ты каким-то чудом на него наткнулся. В общем, какая вообще суть-то? У меня сегодня день рождения, мне сегодня исполнилось 19 лет, и в этом видеоролике я просто хочу сказать своей аудитории огромный респект, спасибо то, что вы меня смотрите, на меня подписаны, потому что если бы не вы, друзья, я не был, кем я сейчас являюсь. У меня не было бы, наверное, YouTube-канала, если бы я людям был бы не интересен, ну, понятное дело. То есть, если бы не вы, я бы реально сейчас был бы никем, потому что даже, ну, многие меня знают, кто не знает. В школе я даже учился очень плохо. Я учился на двойке. Меня большинство учителей просто не любили. Были даже моменты, когда я нечаянно подпалил школу, но об этом как-то потом, возможно. И даже классная руководительница, она мне всегда говорила, типа, с тебя толкового ничего не получится в жизни, типа, кем ты будешь, ты будешь уборщиком, подметать улицы, максимум охранником в супермаркете. И знаете, это довольно дезморалило меня. И я просто приходил, играл в свою любимую игру GTA, потому что у меня не было никакой жизни, я просто играл, и все. У меня не было ни девушки, у меня было мало друзей. Я был жирный даже, то есть, камон, у меня даже не было реал-лайфа какого. Я либо просто сидел дома и играл в игру, и все. И как-то это все переросло более в какой-то YouTube-канал, как вы уже поняли. Это случилось просто потому, что мне нравилось, именно просто мне нравилось заливать видеоролики, фрагменты с игры GTA, и все. И это переросло потом в YouTube, потому что людям эти просто обычные фрагменты, которые я делал для себя лично, я не делал ни для каких-то денег, я не ставил себе цели добиться чего-то. Я просто это делал для себя. Каким-то чудом я набрал уже около 85 тысяч подписчиков. И большое вам спасибо за это, то, что вы меня смотрите, меня поддерживаете. Я просто в этом видеоролике решил высказаться. Я не хотел его делать, честно. Я до последнего момента думал. Этот видеоролик сейчас записываю в 5 утра. По Москве уже в 6. Ну, вы, конечно, его посмотрите в другое время. Но не суть. Просто спасибо вам за все. И я, честно сказать, в последнее время, ну вот, на прошлый день рождения я не чувствовал то, что у меня день рождения. Я не ощущал этого, знаете, так скажем, ну, короче, вы понимаете, я не ощущал то, что у меня сегодня день рождения. Я ощущал, это просто обычный день. Как это происходит? Меня просто мама целует, говорит, умничка, сынок, типа, красавчик. После чего я иду потом вечером с друзьями, и все. То есть, и день на этом заканчивался. Моя девушка мне подарила то, что мне принесло приятность, радость, и я ощутил какую-то, знаете, ну не заботу, но, короче, я ощутил, что у меня сегодня день рождения. Я хочу вам просто это показать. Вот такая вот, друзья, белая коробочка, которую мне подарила сегодня девушка. Я даже не знал, что в ней. Я сразу подумал, что это какая-то еда, потому что коробка холодная была. То есть она не была не теплая. Ну, то есть, просто реально она холодная до сих пор. Я открыл. Вот, давайте я вам покажу. Это десерты. Я не знаю, что это, но... А, это кексы. Ребят, это обычные кексы, но с наклейками
моей группы ВКонтакте с моим вырезом. Вот посмотрите. И знаете, этот подарок не стоит больших денег. Он не стоит там 20 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Они не стоят этих денег. Они реально стоят на рублей 500, да? Но знаете, как мне было приятно? И вот эта коробочка дала мне просто потенциал огня, то что, чувак, у тебя сегодня день рождения, че ты себя ведешь как обычный? Так будто просто обычный день, так будто понедельник. Возьми себя в кулак и радуйся, то что тебе сегодня исполнилось 19 лет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Моя аудитория, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, в принципе, все. Мне надо только еще, пожалуйста, не пишите мне ВКонтакте. Все свои поздравления, пожалуйста, напишите в комментариях. Если вы меня хоть немножко уважаете, пожалуйста, не пишите мне ВКонтакте с днем рождения. Заранее вам спасибо. На этом все. Всем пока.